Так, спокойно. На ней же должен быть выключатель. Думай. Думай! Осторожно! Проверьте там! Проверю в другом месте. Тут никого, иду дальше. Здесь никого. Тут все чисто. Берегись! Никого тут нет. Иду дальше. Что-то работает? Не зевай! Что за хрень? Гляньте там! Что ли?
за черт? Глядеть в оба! Пора валить. Вот это я попал! Осторожно! Ищите! Я под огнем! Связь пропала! Куда они делись? Нужны люди! Узнать, что там вообще! Помощь пришла! Улыбайся чаще и чаще улыбнется тебе! Он так тащится-то. Чувак, ты реально угнал фургон? Да, но за мной тут хвост. А, черт. Так, а что дальше делать? Что-то я не понял вопроса. Я не мог представить, что ты доберешься до него. Если он тебе нужен, соображай быстрей. Ладно, ща. Так, веди их к моей скульптуре. Пусть чуваки приобщаются к искусству. Ты меня, Тибо.
продолжаются поиски 20-летней Мишель Штраус. Но, скорее всего, она уже мертва. Штраус – очередная жертва похищения. Напомню, еще две проститутки были недавно зверски убиты. Убийца, чья жестокость шокировала общественность, в соцмедиа получил прозвище «Кровавый художник». Полиции нужна любая информация о подозреваемом и о Штраус. Я слышал о нем. Окунает руки в кровь убитых и рисует. Какая тварь. Молись, чтобы мы не встретились. О бункере заговорили. В каком смысле? В онлайне. Его заметили, правда, в основном ламеры. Волноваться не о чем, я их сюда не пущу. Но нас пару раз пощупали. Пощупали? Один меня нервирует. Зовут Дефолт, и он спец. Присмотрю. Станет докучать, скажи. Значит, теперь фургон на тебе. Твою мать! А ведь это может сработать. Надо освободить подход, чтобы пробраться в здание Блюм. Ты про вертолеты что-нибудь знаешь? Я не про те, что после второй бутылки. Имел с ними дело, да. Только к чему ты это? Предчувствие. До связи.